Доброе утро! Сегодняшний день я начала в Национальном ботаническом саду Кубы. В предыдущих своих репортажах я уже успела рассказать вам о кубинской архитектуре, кухне, культуре выращивания табака, но, пожалуй, одна из главных достопримечательностей этой страны – природа во всем ее многообразии. И ботанический сад – это одно из подтверждений тому. Занимает он порядка 600 гектаров, и чего здесь только нет. Ну, все вы помните, да, вот эти вот кактусы, фикусы в катках. Вот настоящий фикус. Ну что, как там делал этот Тарзан, да? Примерно треть территории Кубы занимают охраняемые заповедники, а это значит, что здесь можно увидеть природу, нетронутую цивилизацией. На фоне мировой тенденции к сокращению таких природных уголков, в 2016 году Всемирный фонд дикой природы назвал Кубу мировым лидером в области обеспечения баланса между человеческим развитием и эксплуатацией природных ресурсов. На такой небольшой территории Кубы насчитывается около 6 тысяч видов растений и цветов. Теперь я понимаю, почему кубинцы постоянно танцуют и поют. Душа радуется, глядя на все это великолепие. Особое приключение для туристов – это посещение пещер на западе страны. В местных горах огромное количество галерей, каждая из которых имеет свое название. Например, пещера индейцев Хосе Мигель Санто-Томас. Пещеру, в конце которой нас ожидает Не удивилось бы, если бы в пещере нас тоже встретили с музыкой. Узкие проходы пещеры заставляют нас проделывать порой весьма нелегкие гимнастические упражнения. Потолки здесь, конечно, готические, соборы завидуют. Посмотрите только, какая невероятная архитектура, созданная самой природой. По многочисленным переходам и галереям выходим, наконец, к реке. Пора уже, наверное, и о фауне кубинской вспомнить, тем более, что здесь расположено одно из самых больших болот в Карибском бассейне. Едем в национальный парк Запата смотреть крокодиловую ферму. И снова музыка, и снова танцы. Как там у Хемингуэя? Праздник, который всегда с тобой? И хоть это он о Париже писал, но для кубинской реальности это самое емкое описание, мне кажется. No problema. Muy especial. Я вот тут думаю, завести себе домашнее животное или нет. Окей. No problema. Ой, специал, у нас сонриса. Показывают зубы, как у лошади. Говорят, хорошие зубы, надо брать. Ой! В связи с тем, что долгое время этих рептилий массово уничтожали ради кожи и мяса, сейчас государство охраняет их и восстанавливает популяцию. Наверное, надо все-таки котенка завести. Абсолютная правда. Ведь даже если бы я всерьез задумала привезти из Кубы крокодила, фитосанитарный контроль на границе бдительно развернул бы крокодила назад, домой, в Запату. Но не крокодилами едиными, как говорится, славится Куба. Здесь еще обитают, к примеру, колибри. Увидеть ее мне не удалось, видимо, из-за скромных размеров. Да и вообще животных и птиц на острове огромное количество. Многие из них эндемики, то есть уникальны и обитают только на этой территории. И, конечно, одной из главных достопримечательностей Кубы являются ее великолепные пляжи. Почему? Сами посмотрите! Белоснежный песок, лазурная вода и лето круглый год. Это ли не аргументы для туриста? Ну а не хочешь лежать на пляже? Пожалуйста, к твоим услугам сотни интересных мест, экскурсий, уникальных уголков природы, о которых я вам рассказывала всю эту неделю. И, конечно, музыка! Я ошиблась. Нет, не природа главное достояние Кубы, а ее люди. Открытые, веселые, вечно поющие и танцующие. Чему я научилась в этой поездке? Наверное, радоваться жизни. Она удивительна.